Знаете, есть говорят, не все то золото, что блестит. Многие слышали, правда? Но как это выглядит в жизни? Сейчас покажу и расскажу. Первую находку, так сказать, копают уже не первый год. В Одесской области. Это труба, которую ложили еще по указу царя Николая II. Это огромный чугунный водопровод. Тянется от Днестра в сторону Одессы. В разных источниках длина разная, от 28 до 31 километра. Чтобы вы понимали, в трубе может легко поместиться взрослый мужик. 30-40 сантиметров такой трубы весит около 300 килограмм, а у нас 30 километров. Неленивый местный житель с лопатой может за месяц заработать около 2000 американских долларов. Чем вам не клад, правда? Да, конечно, не раз приезжала полиция. Копают-то с размаха. Даже по посеянному, деньги-то какие, всю трубу примерно по самым скромным оценкам оценили где-то в 2 миллиона долларов. Но приехали, задержали работяг. Но вот как бы пострадавшей стороны нет. Много лет назад трубу списали, оно и понятно, ей больше 100 лет. Выкапывать не стали, невыгодно, ну если по закону. И вот так вот люди копают сокровища, кто чем может. Да, конечно, можно предъявить за порчу посевов, но это в том случае, если найти заказчика. Хотя часто договариваются с владельцами земли. Суммы бывают разные, от 200 долларов до 1500 вечно зеленых. Вот такие вот царские клады бывают. Присмотритесь внимательно, на что похоже. Да-да, вот это вот огромная куча. Грибники в Норвегии тоже подумали, что это какие-то маленькие камни, сланцы, ну что-то такое, природное. Но когда присмотрелись, поняли, что это монеты, да-да, именно монеты, целая куча. Удалось установить, какие именно, вот такие, но в количестве пару грузовиков. Пока самая старая монета это 1953 год. Министерство финансов ничего не знает, а мы здесь при чем? Мы не в курсе, как в лесу монеты, да вы что, не может быть. По этому поводу думают, а может быть это тайник воров? Ну, может, конечно, но почему-то я тайник представлял себе по-другому. Обещали провести расследование, как эти деньги попали в лес. Я вот думал-думал и никак не придумал. Ну как? Если у кого-то будут варианты, пишите, интересно. Два грузовика монет в лесу.